Изменилась схема проезда к музейному комплексу «Дорога памяти» и главному храму Вооруженных сил России. Теперь при движении по Минскому шоссе из Москвы на 46-м километре съезд на Дуплер, сразу после пересечения М1 с ЦКАД. Затем на 52-м километре через путепровод к населенному пункту «Зеленая роща». Далее необходимо пересечь трассу М1 и двигаться по Дуплеру с двусторонним движением в сторону области, с другой стороны основного хода. Затем нужно следовать к музейному комплексу мимо парковки парка «Патриот».